Вексель нужно передать судебному приставу в первые 5 дней после возбуждения исполнительного производства. Ну, все это работает 100%. Как аннулировать эти обязательства? А самое интересное, я не сказал, как только векселя появились у судебных приставов, в течение 2 недель все взыскатели забрали свои исполнительные документы. То есть исполнительные листы, судебные приказы, все исполнительные производства были аннулированы. Появилось другое исполнительное производство. Тот же самый должник, тот говорит, так у вас мой вексель, его же не забрали, отдайте им. И это исполнительное производство также закрылось. То есть и вексель опять остался у судебных приставов. Универсальный вексель. Мой второй вексель, его тоже арестовали уже, но сделали уже это очень быстро. Ну вот, как-то так, ну, работает, то есть это не единичный случай. Разработанная достаточно давно схема с векселями, этими векселями закрывают долги у судебных приставов. В Москве, допустим, закрывались кредиты там и под 10 миллионов. Вексель, в первую очередь, он построен на доверии. Оценщиков приглашают, бывает, вообще там каких-то левых, и тут открывается достаточно интересная схема. Наполнение уставного фонда векселями. Приставы будут всячески уверять, что мы не обязаны воспринимать вексель. Схема выписки векселя через нотариуса. Ограничений по выпуску векселей у любого лица нет. Имущество должника должно быть арестовано. Ценные бумаги – это имущество. Приставам дана команда векселя не принимать под любым предлогом. Вот не принимайте все. Сначала наложить арест, оценить, то есть практический опыт. Я знаю, как выписывать векселя, я знаю, как их передавать. Раз векселя не арестованы, значит, они похищены. У меня, значит, одно исполнительное производство было 2 раза отменено. Векселя, в принципе, арестовываются, и исполнительное производство закрывается. Векселя можно засылать кому угодно, на любой стадии. Исполнительное производство – это просто исчезло. Про векселя бездокументарные. Здесь есть слово «вексель». Но самое главное, что они бездокументарные, они не на бумаге. Если они тебе выписывают вексель на миллион, ты можешь им тоже вексель на миллион выслать. И каждый останется при своем. Билеты Банка России – это векселя. Приставов нужно учить. Закрыто у меня это дело, нету его в ФССП. Все закрыто. Ура, ура, ура.